На минувшей неделе сотрудники ГИБДД зафиксировали 5 ДТП, 3 из них с пострадавшими. На улице Садовой женщина на «Опеле» сбила ребенка, который шел по краю проезжей дороги в попутном направлении. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения. После осмотра врачом был отпущен домой. Там усматривается вина пешехода. То есть ребенка, который двигался у края проезжей части, и где на него был совершен наезд. Там был составлен административный материал по статье 5.35 на родителей данного молодого человека. На улице Зернова водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем. От сильного удара «Лексус» продолжил движение прямо и задел еще одну машину «Киа Сид». В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины «Киа Сид», ребенок 2021 года рождения, получил телесные повреждения. После осмотра врачом также был отпущен домой. Еще одна авария произошла на улице Яблоневой. Водитель «Киа Рио» в жилой зоне сбил несовершеннолетнего пешехода, который шел по краю проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. После осмотра врачом был отпущен домой. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».